Черномарийского района Республики Марий-Эл. Черномарийская верхняя женская одежда – кафтан, шавр. По крою кафтаны бывают двух типов – прямой туникообразный кафтан и кафтан-борчатка. Среди горных морей главным образом были распространены кафтаны-борчатки. Кафтаны подразделяются на следующие виды – летние, демисезонные и зимние. Перед нами представлены три разновидности летних кафтанов. Легкий белый кафтан из белого ситца, кафтан из желтого сатина и черный атласный кафтан. Фасон всех кафтанов одинаковый, с глухим воротом, с запахом на левую сторону, отрезные по талии. Сзади и на талии имеют много сборок. Для красоты и удобства шов на талии украшен машинной строчкой. По бокам на уровне бедер два глубоких кармана. Рамка кармана украшена строчкой зигзаг. Летом обычно носили легкую распашную верхнюю одежду из белого холста. Черный атласный кафтан одевали на свадьбу. Спереди кафтаны подвязаны красивым передником. Запон из сторожевой и атласной ткани. На поясе передник собран в равномерные складки и завязан сзади лентой. По низу, от края на ширине 10 см, прострочена полоска атласной ленты, которая придает переднику более красивый вид. Головной убор у девушек – платок, саваз из батиста. Он служит по диагонали, а концы его завязываются под подбородком. Один угол платка украшен вышивкой из цветов и листьев. Традиционная вышивка выполнена по технике косой стежок. Он использовался для заполнения орнаментальных узоров, предварительно очерченных швом. На ногах кожаные сапоги – кен. Раньше основной повседневной обувью были лапти, но состоятельные крестьяне могли позволить себе кожаные сапоги. Обратите внимание, наши девушки из зажиточных семей. Праздничный костюм дополнен украшением «Дамен Кайтан», представляющий собой полоску холста с чешуйчатыми рядами монет. Горномарийский народный костюм, особенно женский, является уникальным памятником культуры нашего народа. Это не просто костюмный комплекс, это ансамбль, в котором нет ни одной лишней детали. Каждый его компонент, каждая его частичка несет в себе определенный смысл. И сейчас всю красоту нашего костюма вы увидите в прекрасном танце в исполнении ансамбля «Мари». Руководитель Павлова Фаина Николаевна.